В этом году 63-я легкоатлетическая эстафета на Кубок газеты «Новатор» вернулась на прежний маршрут. Стартовать и финишировать спортсмены будут у входа в парк имени Юрия Гагарина. Бежать спортсменам предстоит по известным улицам города – улице Парковой, Энгельса, Ленина и другим. Но не все из них пригодны для соревнований. Дорожное полотно на многих улицах требует ремонта. На данный момент еще асфальтовый завод не запущен, но я думаю, числа с 27-го он уже будет работать. И если нам дадут задание, мы можем приступить уже к ямочному ремонту и подготовке к эстафете «Новатор». Чтобы подготовить весь маршрут новаторской эстафеты, понадобится 3 дня. Главное, чтобы асфальт поступал в срок и погода не подвела. Протяженность маршрута – 4150 метров. Самый продолжительный и по времени, и по расстоянию – первый забег. Именно на нем выявляются лидеры эстафеты. Первыми в этом году побегут команды школ Верхней Салды. За ними физкультурники многопрофильного техникума имени Евстигнеева, легкоатлеты авиаметаллургического техникума. Самый зрелищный забег начнется в 19:00. На кубок и призы газеты «Новатор» будут бороться команды цехов СМПО, ветераны спорта и сборная многопрофильного техникума. Дата соревнований остается неизменной. Как и все 62 предыдущих года, новаторская эстафета состоится 5 мая.